Вот смотрите, это красные ангельские глазки, но из-за солнца плохо видно. А это синие. И здесь обратите внимание на скин. Ну, такой достаточно нейтральный скин. И пробег, наверное, интересно. 1601 километр. Значит, диски с бэдлоками. Давайте посмотрим здесь. Ну, понятно, что это сверху небольшой налет. Но это даже не ржавчина. Вот обратите внимание, как здесь все чисто. Да, кстати, амортизаторы были недавно полностью обслужены. И человек, который этим занимался, говорит, что можете считать, что они новые. Так что звоните, пишите. Покупайте и кайфуйте. Парни, привет! Давно не катали. Хотел выпустить видосик, рассказать вам про то, чем сейчас занимаемся, и рассказать вам про квадрики, которые продаем. Да, мы сейчас решили заняться бизнесом. У нас около 5 квадриков на продажу, и сегодня я расскажу про Outlander XMR 1000 2016 года. Пробег 1600. Из них примерно 600 километров это по северу, ну, может быть, соточку по дорогам, и 900 километров по болотам, грязи, ну, собственно, без всяких там пней, коряк и серьезных поломок. После каждой покатушки квадрик обслуживался, шприцевался. Квадрик сейчас в идеальном состоянии. Расскажу, значит, какой тут тюнинг есть, а точнее, здесь, кроме аксессуаров, почти все в стоке. Итак, поехали. Накладка Northway Custom Shop. Удлинитель лебедки, такой презентик от нас. Комбинированные ангельские глазки. Резина ITP 30 новая. Mood Light. Пороги Pro Quad. Обратите внимание, здесь зазор позволяет поставить 32 колеса. Даже если вы сядете на квадрик, то клиренс квадрика уменьшится на 2 сантиметра. Но здесь еще останется 2,5 сантиметра для 32 колес. Но в данный момент стоят обычные 30-е Mood Light. Также стоит выхлопная система HMF. Это тихий титан. Работает он примерно по уровню звука, так же как и сток. И здесь под выхлопную систему HMF адаптированный RGVC, контроллер впрыска топлива. У нас выхлопная система работает без хлопков, не взрывается. Если ты катишься, сбрасываешь газ, никаких хлопков нету, не перегревается. Возможно, как-то это влияет, но мне кажется, если эту систему RGVC снять, то ничего не произойдет. В принципе, сейчас вот как есть, выхлоп работает очень корректно, без замечаний вообще. Так, ну обычный стандартный шноркель, кто не знает, для версии XMR. Здесь вот такие вот ручки, фирменные канадские крышки комбинированные. Здесь колеса с бэдлоками МСА. Сзади мы тоже дарим нашу люкс-версию. Это удлинитель фаркопа. Здесь уголки от GWC. Вариаторы стоят первичный, стоковый. Пробег на нем километров 200. Вторичный СТМ. Так, ну, пожалуй, все. А, самое главное, забыл. Здесь усиленный редуктор Madden Wells. Передний редуктор стоковый. Это заглушки. Раньше здесь была аудиосистема. Ну, из косяков только вот эта вот трещинка крыла. Все остальное в полном порядке. Перед севером я его по кругу отремонтировал. Ну, скажем так, заменил рабочие подшипники и даже один кулак. Заменил просто на новый, по кругу. Все перебрал, всю ходовую, то есть сейчас в идеальном состоянии. И в связи с тем, что мы поставили колеса 30-е, мы поставили сюда стоковый вариатор,
Коробка работает идеально, втыкается без рывков, без щелчков, трогается нормально абсолютно. Но вы знаете, что у аутлендеров это болезнь. Так вот, на этом квадрике эту болезнь мы излечили. Естественно, все масла, все вовремя менялось. Практически каждую неделю делалось ТО. А причина продажи следующая. Я просто себе заказал новый квадрик. Мы продаем следующий квадрик, это Ренегат. В принципе, наши объявления есть на Авито. И продавать мы будем всего один квадрик. Какой продадим? Или Outlander, или Ренегат. И на замену его уже идут новые квадрики, которые мы тоже будем продавать. В данный момент это XTP литровые. Кроме этого, у нас есть три белорусских квадрика, два Outlander, один длинный, другой коротыш и один Ренегат. Все 2019 года с пробегом до 1000 километров. Цена, в принципе, такая же, как и на наши российские, но с белорусскими документами. Здесь все документы в порядке, квадрик стоит на учете, но если будет клиент, за 2 дня я его сниму с учета, и вы получите российские документы. Вот, вы его, короче, поставите на учет, получите все документы и будете ездить. То есть все в порядке. Просто для видео я снял номера. Ну, что могу сказать? Если не продадим, будем ездить сами. Техника в полном порядке. Полностью все заменено на новое по кругу. Все подшипники, резиночки и так далее. Так что звоните, покупайте и кайфуйте.